И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас 5 ночей с пони. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ну что, пацаны, нас предстоит очень сложная ночь. Этот мод обновили, надеюсь, будет новая сюжетка. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Да. Ночной режим, давайте включаем, отключай свет здесь. О, все, ребята, вот так мы точно пройдем. И что, все равно садится? Ну, будет садиться, но намного медленнее. Во, ребята, все. Мы нашли тактику. Я вспомнил. Мы в тот раз так же само проходили с Димоном. Чуть никого нету, ни звуков. Никого. А надо подождать, сейчас будет. Очень нагнетающая атмосфера. Че не нападают тихо. Поняшки? Слишком тихо, а ночь какая? Первая. А, ну понятно теперь, почему они так не нападают. Вот тут камеры четко работают. О, да, стоят. Надо на сцену, в 2 часа ночи они должны упасть. О, да, уже одной поняшки нет, ребята. Начинается. Меня съели опять. Да как так-то? Ну что там, никого? А уже двух поняшек нет, на камерах видно. Вот здесь маленький телевизор, и здесь. Прикольно. И один большой нет. В середине, что самое интересное. А кто по камерам? Кэт Макс, не надо, много энергии жрёшь. Будем смотреть только на сцену. Сейчас должна упасть на бок одна поняшка, я помню, в 2 часа ночи. Смотрим. А представь, убрали эту штуку, будет уже не так, не по канону. И звук только будет, как бочка упала металлическая. Бам! Да-да-да, ты помнишь? О, Димас, смотри. Там поломанная поняшка. Молодец, Серега, реально, я не знаю, я поняшек тоже боюсь, они такие страшные. У нее глаза еще красные. Ушла? Так она так не убьет или убьет? Да пес ее знает, ну лучше перебздеть, чем недобздеть. Значит, в 3 часа падает, в 2 часа не упала. Со светом не надо баловаться. Короче, у нас должно быть 3 часа ночи и 50%, это идеально. Она стоит, не уходит. Значит, она так не убивает, когда близко, наверное. Посмотрим. Чё-то стрёмно, да? Хорошо. Ой, вообще. О, там стоит. Уже на марионетку похоже поняха. Смотри, красивая какая. Ребята, напишите в комментариях. Какая вам поняшка больше всех нравится? О, слышите звук прикольный? Цок-цок-цок. О, она стоит прямо возле двери, ушла. Во, вспоминаем все вместе. Так, в 3 часа сейчас должна на бок упасть. О, смотри, она на сцене уже стоит. Ага. Есть, вернулась. Есть. Устала, прискакала, то был звук копыт. Эй, открой дверь, меня закрыл. Забыл? Марионетка ближе. О, упала на бок. Есть, сработала. И марионетка быстро, ну, ближе подошла, вот эта. Она убьет так? Не знаю. Не, если она долго стоит, она так не убивает. Они обычно уходят сразу. Что-то она там сидит на диване. И она должна ближе подойти. Так, 3 часа, 62%. Идеально, лучшие выживатели. ФНАП. 4 по-любому будет 55. Сейчас главное пока камеры не открывать, не включать, двери не закрывать. Экономим. Оля, поняша Димас пришла. Улыбается. Так, это добро. Не, у нее грустные глаза. О, есть, постучала в калитку. Смотри, какие красивые зубы у нее. О, ушла. Отбеливает их, наверное. Да. Это двигается там, ну стоит. А это стоит и смотрит, глазами косит куда-то. Все идет хорошо. 56%. Давай протянем. При том же первая ночь как-никак. Ну это вообще как-то изично.
Плохо не могу ночи выбирать, мы же проходили. Но что у меня там есть? Да. Пароль, сменить карту. Нету. Здесь можно стать поняшкой управлять. Да кто туда? Может, не надо было закрывать? Значит, ты испугался. Это может... А, это из-за 4 часов может, скорее всего. Ставьте лайкосики, чтобы мы прошли. 5 часов. Сейчас затащим. Осталось чуть-чуть. Тут есть подвал, кстати, внизу. Тут нам туда не дойти, сейчас там нас съедят они. Вот, смотри, я в подвале, Серега. Ну-ка. Ну да. Ну, конечно же, первая ночь очень легкая. Ну что, давайте вторую. Ребята, Кэт Макс стал аниматроником. Ну что, давайте начинать. Надеюсь, будет веселее. Добавим изюминку в наше прохождение. Да, Кэт Макс? А то NPC как-то очень скучно нападает. Давайте нам сразу поярче что-нибудь. NPC уже нападали вроде. Они смеяться только могут, я так понял. 2 часа ночи, смех, погнали. Одна упала, поняшка. Димас, лучше забеги обратно, они сидят. Ах ты, блин! Больно за жопу укусила, ну ничего. Я восстановлюсь, я отомщу за себя. Регенерация пошла. Регенерация жопы включена. 70%, 3 часа ночи, вообще красавчики. Кэт Макс, ты молодец. Так облегчаешь нам жизнь, потому что вообще аниматроники не идут на нас. NPC мощнее валят. Да. Так, стоят, все стоят. Может, он просто не знает, как управлять? Возможно, есть такой вариант. Ладно, я пойду еще раз проверю, Димас. В следующий раз, Серега, ты будешь аниматроником, покажешь, как надо. Да, они все стоят и не двигаются. Ну, я вижу. Вот это кому у тебя за жопу кусать, и все. Откусили пол жопы. Минус 50 хп. А все, я отрегенерировал. Регенерировал жопу. Понял. Я росомаха. Ну, где они, а? Вообще никого, Серега. Изи ночь. А, я даже присяду вот на окошко. О! Кэт Макс злится. Ты видел, что это было? Нет. У меня сейчас перед лицом какая-то поняха выскочила. У меня не страшно. Было ничего. А она меня съела, походу, Димас. Да как? Ты, получается, туловищем был за окном? Да, в какой-то степени. За жопу укусила. Серега, смотри. Сейчас укусит за жопу. Не, я нормально сел, четко. Отдыхаем. Отдыхай. А, получается, да. Получается, как бы на той стороне чуть-чуть. Ну, как сказать, немного выпирает. А я сюда сяду. Отлично. Удобно? Да, удобно. Эх, Серега, тяжело. О, подожди, давай нормально, вот так сяду рядом. Сейчас. Эх, Серега, устали. Да, блин, да. Темно. Я свет выключил. О, все, четко отдыхаем. Да. Я прям под фонарем сижу. Вообще. Тут отдыхаем, а там так просто. Фокси, о, Фокси. Караулит. Вышел, думает, ну нафиг. А они будут нападать после этого? А, ну да. Чё там они... Ой-ой-ой, я хотел аж даже в подвал пройти. А так, по идее, можно пройти, только надо быстро все делать. Понял. Возражайся. Я вот сейчас попробую пройти туда. Давай. Дальше. Я побежал. Я с тобой. Аниматроники стоят, не двигаются. А, блин, чёрт. Я спустился! А, нет. Мне он пишет скрипт эррор. Может, из-за этого они не нападают? Не знаю. О, а в какой-то я комнате, офигеть.
Ядро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!